Как постирать сильно грязную, заношенную белую рубашку, чтобы она вновь засияла белизной? Берем 2 литра теплой воды, примерно градусов 40. Добавляем одну вот так вот по-богатому ложку пищевой соды. Обязательно 2 ложки соли, поваренной соли. После этого немножечко вот так на глаз средство для мытья посуды. Да-да, не удивляйтесь. Средство для мытья посуды. Вот так вот, столько будет достаточно. Все это хорошенечко перемешаем. Берем нашу грязную рубашку и помещаем полученный раствор. И теперь, друзья, очень важный момент, крайне важный момент. Берем финальный компонент нашего чудо-средства. Это уксус, обыкновенный уксус. Примерно 2 столовых ложки. Вот так, смотрите, что начнет происходить. Уксус вступает в реакцию, смотрите, как замечательно пенится, начинает все это дело. И в таком состоянии, это все абсолютно безвредная смесь, не раздражает кожу рук. Вот в таком состоянии оставляем нашу грязную рубашку на 15 минут. Через 15 минут вернемся. Итак, время у нас прошло. Давайте посмотрим, что у нас с рубашечкой. Вот эти сразу проблемные места, их сразу развернем. Видно, что немного побелело, но это еще не все, друзья. У нас сейчас финальный штрих. Это нужно теперь все дело немножечко выжать. И теперь, друзья, пойдемте со мной. Теперь, друзья, просто помещаем нашу рубашку в стиральную машинку. И споласкиваем буквально 15 минут. Просто споласкиваем без всякого дополнительного порошка. Погнали! Итак, время прошло, давайте смотреть, что у нас получилось. Наша рубашечка. Что могу констатировать? Факт. Белоснежная белизна. Белоснежная белизна. Вот так, друзья, легко и просто, без напрягов, доступно каждому. Просто супер средство, стоящее сущие копейки. Пользуйтесь, друзья, сохраняйте, поделитесь со всеми, до кого только можете дотянуться. И, конечно же, что? Подписывайтесь, потому что дальше тут будет еще больше полезных лайфхаков.